Новая вытворчасць з назвай «Крастэкс» для Краснопольскага района – другое промысловое прадпрыемства. Таму яго адкрыццё без перабольшвання – сапраўдная падзея. Тут працаўладкавалі 30 жыхароў района. Для іх гэта перспектывы асабістыя, для Краснопольшчыны ў цэлым – значны крок, каб павысіць прывабнасць рэгіёна. Это все благо, поэтому особенно Краснополье, где избыток трудовых ресурсов, и иногда возникают вопросы у власти, а что вы нам дали для того, где можно было бы работать и устраивать. Только положительно, конечно, надо, чтобы оно находило дальнейшее распространение, развитие. Это действительно праздник. Сегодня погода, посмотрите. Мы уже соскучились по ней, но она пришла в нужное время к нам, к этой значимой дате, дате для нашего района. Нягледзячы на ўрачыстасць моманту, швачкі не губляюць часу. Ёсць першы заказ ад даволі буйной трыкатажнай кампаніі Беларусі. Працуюць майстрыцы ў памяшканні, якое належыць мясцоваму жылкамунгасу. І гэта яго ўнёсак у справу. У астатнім працу новай вытворчасці забяспечыла прадпрыемства «Магатэкс». Гэта і сучаснае абсталяванне, і тэхналогія, і навучанне швачак. Тым не менш, «Крастэкс» стане набыткам менавіта района. Гэта самастойная юрыдычная асоба. Это не чужое для них, понимаете? Это не, ну, никто пришел со стороны, что-то там посадил, да, и потом захочет и забрал это дерево и унес там, или поставил вазочку. А это в том числе ответственность местной власти. Я думаю, в этом понимании и будет развитие. Наверное, в общем-то, это вот кооперация промышленного предприятия исполкома, где есть понимание, наверное, одной из главных задач успеха таких предприятий. Сярод 30 тых, хто атрымаў працу, 24 швачкі. У некаторых з іх была адпаведная адукацыя, аднак стажыроўку на «Магатэксе» прайшлі ўсе. Сучасныя тэхналогіі патрабуюць і якасці, і хуткасці. Адкрыцця чакалі ўсе з нецярплівасцю. Дагэтуль большая частка жанчын стаяла на ўліку ў службе занятасці. Я бы не знала, што бы делала. Это хорошо, што цэх адкрылся. І людзям работа, і зарплата, наверное, будзе хорошая. Очень довольна, рада. Мне нравится, меня это устраивает, это мое, потому что я училась швеей в свое время. Швейные могутности зараз «Магатэкс» только нарушивая. Пошивочный цех такой колькостью працовных не обмяжуется. У ближайшие месяцы плануется набрать еще до 10 швачек. Алиса Рыбалка, Александр Тарасов, новин региона.